48-летний мужчина скончался от коронавирусной инфекции в Шымкенте. Пациент 5 дней находился в инфекционной больнице с высокой температурой и другими сопутствующими симптомами коронавирусной инфекции. По словам врачей, до этого мужчина около недели занимался самолечением, а в больницу поступил уже в тяжелом состоянии. На сегодняшний день в реанимационных коек инфекционного стационара находятся 24 пациента. Все они находятся в крайне тяжелом состоянии. Буквально вчера у нас умер один пациент, молодой возраст. Значит, 7 дней находился дома, лечился дома, не обращался за медпомощью, не вакцинирован. Повысилась температура до 39, только после этого он вызвал скорую помощь.